Меня зовут Мария Уварова, я генеральный директор Диателеграф, того прекрасного пространства, в котором вы находитесь. Как это сейчас устроено? Да, мы учим все продукты питания, все названия всех тарелок, вилок, ложек, чтобы потом прочитать из этого всего, там, 50 словами, рецепт блинчиков с сиропом вишневым. Почему я не могу просто вбить это там переводчик, перевести и удовлетвориться каким-то результатом, и все, зачем мне за это еще платить там какому-то преподавателю? Все сейчас делаются выписки, и у вас будет выписка, что вы являетесь владельцем именно этой компании. Хорошие курсы не врут. И обязательно, чтобы была какая-то офлайновая составляющая. Вот, собственно, сочетание этого всего – это показатель, что курс хороший. Информационный поток настолько велик, что в нем очень легко потеряться. Кто не будет замечать, что ты делаешь? Вот, например, бокал вина из монитора доставать, отпивать и ставить назад.